идет девушка в маске. Такие тут попрошайки валяются. Все как у нас, все так же, только народ разношерстный и более такой интернациональный. Все, кого хочешь, того и найдешь тут. И вот тут мы уже выходим на станцию Стратфорд. И вот под этой рыбьей чешуей, я ее называю рыбья чешуя, находится старый шопинг-центр, куда я сейчас и направляюсь. Здесь всегда очень много народу. Такой находится в центре небольшой рыночек, где продаются фрукты, овощи. 2 по цене 1 фунта, 3 по цене 1 фунта. В общем, все очень дешево. Lidl. Я сюда тоже сейчас пойду. Poundland. Но сначала я зайду в литовский магазин, показать вам, если успею, если батарейки хватит. Литовский магазин, где продаются продукты русские, польские, эстонские. Какие еще там? Ну, сейчас увидите сами. Магазин называется Литвиника Home Foods. И вот здесь русские товары. Наверное, Литва. Так. Ну, все, что нужно. Но я иду строго за кефиром конкретно. И что еще? Колбасы вот есть. Вот тут я могу найти хорошую русскую, так скажем, колбасу. Умножайте все на 100. Курица. Конфеты наши русские. Почти. Колбасы, докторская, докториская. 3,99. А где пельмени? А пельменей уже нет. Селедка. Часто тут покупала для шубы. Даже свежая есть. Огурцы, капуста. Так, мне нужен кефир, творог. И вот сметана. Я вот эту всегда брала с Валя. 1,99 рублей. Конечно, мы 2 раза с собаками сгуляли. Ой, вот кефир беру вот такой. 1, 2. Срок годности до 20 марта. Хлеб. Вот я вам рассказывала, что я хлеб беру определенный. Вот за 2,39 вот такой вот черный классный хлеб. Но сейчас я его брать не буду, потом, потому что я сейчас хлебцы купила, уже дома есть. Такой с семечками. Есть такой вот подешевле. Просто мне этот понравился в прошлый раз, и я его конкретно стала брать. Пельмени, наверное, вот туда ушли. Что тут еще? Ну вот, пряники есть, все, что нужно есть. Всякие закатки, огурцы. И вот пельмени. Кто мне не верил? 1,65, 500 грамм. Нет, есть еще и дешевле. Вот, 2 килограмма. 4,85. 400 рублей. То есть 200 рублей килограмм. То есть для Лондона это достаточно дешево по сравнению с Россией, где у нас столько же стоят пельмени. Блинчики, мороженое, все, что нужно. Борджоми. Даже тортики, мед и целый. И тортики тут я даже покупала вот такие. Офигенно красивые. Стоит 14 фунтов. 79 копеек все. Ну, это вот для хорошего такого праздника. А так, если покушать на пару раз, окей. Что ж такое?